Следующее защитное действие – это защита от круговых ударов от лоу-кика, либо от мидл-кика. Это щит, вынос колена в сторону, защита голенью. Со стойки, когда оппонент атакует лоу-кик, либо мидл-кик, допустим, правой ногой, мы ставим щит левый, выносим колено в сторону и ставим голень. Задача – развернуть щит так, чтобы оппонент при ударе попал подъемом. Со стойки движения оппонент наносит лоу-кик правый. Мы ставим щит левой ногой. Еще раз. Щит правой ногой. Еще раз. Щит левой ногой. Еще раз. Щит правой. Все то же самое, когда оппонент бьет мидл-кик и высокие удары. Мы поднимаем колено выше, но также выносим его в сторону. Щит. 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 Отсюда можно добавить любую контратаку. После щита можно добавить другую контратаку рукой, ногой, коленом, локтем. Движение со стойки. Оппонент наносит лоу-кики. Мы ставим щит, контратака, лоу-кик. Мы ставим щит, контратака, удар локтем. Мы ставим щит, контратака, рукой. Мы ставим щит, контратака, несколько ударов. Двойка, колен, уже комбинация. От мидл киков защита, щит, боковой удар, лоу-кик, контратак. Щит, удар локтем, добавление удара колен. Мы ставим щит, голова, корпус, лоу-кик. Мы ставим щит, апперкот боковой, накладкой, удар коленом. Следующее защитное действие – это провал. Провал от лоу-кика. Одного из самых часто используемых ударов лоу-кика – удар ногой по бедру. Мы используем провал за счет ухода на ногах. И возвращаемся с контратакой, любой удар. Со стойки. Когда оппонент наносит удар либо правый лоу-кик, либо левый, наша задача убрать ноги, сделать движение назад правой ногой, подтянуть к ноге левую. После чего вернуться с контратакой. Любым ударом. Рукой, ногой, коленом. Без разницы. Можно сделать несколько ударов. С движением со стойки оппонент атакует либо правой, либо левой ногой. Мы делаем провал, убираем ноги и контратакуем. Лоу-кик. Провал. Контратака. Лоу-кик. Провал. Удар рукой. Провал. Удар рукой. Провал. Удар мидл. С добавлением контратаки рукой. Провал. Удар звук с добавлением удара коленом. Провал. Удар. Руками с добавлением удара коленом. В начале обучения по передвижению на ногах в стойке нам необходимо отработать это в парах. И мы сделаем следующим образом. В парах отрабатываем движение вперед-назад. То есть в паре у нас есть дистанция. Это дистанция вытянутой руки, дистанция удара, где мы с коротким шагом можем достать оппонента. И когда оппонент атакует, с коротким шагом уйти. Где мы с коротким шагом можем достать оппонента. И если нас атакуют, уйти. Вот эту дистанцию в боях, в поединках, в отработке
мы пытаемся сохранять дистанцию удара. Отработка следующая, отработка движения вперед-назад. Если я делаю шаг вперед, оппонент делает шаг назад. Если я делаю шаг назад, оппонент делает шаг вперед. Если я делаю шаг влево, оппонент делает шаг вправо, зеркалит. Если я делаю шаг вправо, оппонент делает шаг влево. Шаг назад, шаг вперед, шаг влево, шаг вправо. Шаг назад, шаг вперед, шаг влево, шаг вправо. Количество шагов можно увеличивать, плюс для того, чтобы оппонент привыкал сохранять дистанцию, путать. То есть двигаться не по циклично, вперед, назад, влево, вправо, а разнообразно. Раз, два, 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 раз, два. Добавим еще одно упражнение на передвижение. Это движение влево-вправо приставным шагом в стойке. Передняя нога остается все равно немного впереди. По команде меняем направление. Со стойки начинаем передвижение, легко передвигаясь на ногах по кругу. По команде меняем направление. Раз. 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 Задача следить за стойкой и при любом шаге возвращаться в стойку. Добавляем защитное действие, действие на контратаке. Ловим оппонента на движение вперед с прямым ударом. Наносим встречный удар бэквист с уходом с линии атаки. Бэквист локтем. Со стойки, когда оппонент атакует прямым ударом левой рукой, мы на движение делаем шаг в сторону и наносим удар локтем. Медленно отрабатываем движение. Оппонент делает шаг вперед. Мы делаем встречный шаг в сторону и наносим удар локтем. На движение. Шаг. Вперед. И наносим удар локтем. Движение. Еще раз. Смещаемся с линии атаки и наносим удар бэквист локтем. То же самое движение мы делаем на удар правой рукой. Оппонент делает шаг, начинает атаку. Мы делаем шаг в сторону и наносим удар локтем. При этом уходим с линии атаки. При ударе необходимо смотреть через плечо. Не теряя соперника из виду, другая рука также закрывает голову, как при любом другом ударе. Продолжаем отрабатывать упражнения. Упражнения будут наши на внимательность, на координацию, плюс отработка ударов. Поочередно друг по другу будем наносить удары руками. Легкие, но правильные удары руками. Движение со стойки. Один задает темп, начинает, другой повторяет каждый удар, который оппонент наносит. Работаем одиночными ударами. С движения со стойки двигаемся и начинаем наносить удар. Какой удар наношу я, такой удар наносит оппонент. И разнообразно.
Задача оппонента повторить каждый удар, который я нанесу. Движение со стойки. Продолжаем отрабатывать упражнение, и то же самое мы делаем уже нанося удары ногами и коленями. Также аккуратная работа на технику. Оппонент повторяет удары за первым номером. Первый номер атакует, второй повторяет. Движение в стойке. И легкая работа в лайт режиме. И продолжаем, усложняем. Теперь первый номер атакующий атакует и руками, и ногами. Задача второго номера повторить каждый удар той же рукой, либо той же ногой. Движение со стойки.